Совершенствуется законодательство в российской энергетике, меняются правовые акты. Работникам этой отрасли нужны гарантии социальной стабильности. По инициативе холдинга МРСК в пятницу подписано трехстороннее соглашение между Курскэнерго, Всероссийским электропрофсоюзом и областной федерацией профсоюзов. Этот документ позволит участникам расширить взаимодействие по многим вопросам. Наладить механизмы взаимодействия с общественными организациями важно именно сегодня, когда в энергетике действуют рыночные механизмы. Об этом говорят сами работники отрасли. Такое трехстороннее соглашение дает дополнительные гарантии сотрудникам предприятия. Самое главное в энергетике всегда было стабильность. Стабильность как производства, так и стабильность для работников. Стабильность, уверенность в завтрашнем дне, понимание необходимости своей профессии. И тогда он будет полностью отдаваться своей профессии. Сегодня коллективный договор «Курскэнерго» признан одним из лучших в области. Об этом свидетельствует и сертификат доверия работодателю, который говорит о высоком уровне социальной ответственности предприятия. Вот эти соглашения, они помогают именно показать работнику в том, что он должен быть уверен. Работодатель не скрывает от его защитников что-либо. Вот это основная цель вот нашей инициативы. Подписанное соглашение дает работникам «Курскэнерго» уверенность в завтрашнем дне. Как пояснил председатель областной федерации профсоюзов Игорь Микрюков, любые вопросы решаются проще, если на предприятии есть организация, способная защитить интересы работников. При сегодняшнем руководстве энергетиков и так люди чувствуют себя уверенно, и я думаю, что это свидетельствует о том, что очень достойное руководство. Реализация соглашения будет способствовать совершенствованию развития социального партнерства, окажет положительное влияние на повышение правовой защищенности работников «Курскэнерго». Татьяна Шанина, Роман Леонов, телеканал «7».